Всем привет! Вы смотрите, как обычно, канал AxaoRage, и сегодня я вам расскажу про свою небольшую коллекцию картриджей на замечательную консоль Super Nintendo, она же Super Famicom. У меня японского региона консоль Super Famicom, и, следовательно, собираю я японского региона картриджи. У меня лицензионные карики, но их не так много, чуть может больше 10 штук, и где-то 2,5 года я уже их приобретаю. Не могу себя отнести там к какому-то заядлому коллекционеру. Я, скорее всего, любитель, такой любитель, начинающий коллекционер. Подмечу, что Super Nintendo у меня в детстве никогда не было. И я только у друзей играл буквально несколько раз. Консолька, да, очень крутая, мне очень понравилась она, но потом я ее как-то вообще не видел. То есть в начале 2000-х, там, в середине 2000-х она мне вообще не попадалась. И давайте начнем с первого картриджа. И это Dragon Quest V, японская классическая JRPG на манер Final Fantasy, Star Ocean, Blue Dragon, там уже позже пошли современные. Ну, в общем, классическая такая пошаговая ролевая игра. Разумеется, все на японском языке. Этот картридж мне достался по обмену с Александром Правдиным с канала Gaming за 30. Сань, привет, если ты сейчас смотришь. И мы встречались в Москве на сходке игровой. Саня написал, что у него есть на Super Famicom несколько картриджей, от которых он, в принципе, готов избавиться, поменять на какие-то другие игры. А у меня были на PlayStation 3 тоже ненужные игрушки. И вот мы поменялись. Я ему там 3 или там 4, не помню уже точно, диска на PlayStation 3 дал. А он мне картриджи 5 или 6 на Super Famicom. Ну, разумеется, все на японском языке. Такие средненькие игры. Но у меня коллекция-то небольшая игр, картриджи на Super Famicom. Поэтому я говорю: Сань, а давай. Мне чисто так, чтобы для количества полочку забить, почему бы и нет. Как вы видите, картридж в идеальном состоянии, наклейка не поцарапана, не содрана. А вот с обратной стороны картридж немножечко пожелтел. Ну, как вы знаете, что картриджи от Super Nintendo и Super Famicom имеют свойство пачкаться, ну, во-первых, а во-вторых, они начинают желтеть. И я не знаю, это грязь, либо пластик начал окисляться. Но это вечная проблема картриджей Super Nintendo и Super Famicom. Почему-то, как правило, задняя сторона картриджа, она всегда либо отличается по цвету, либо она как-то пачкается, либо желтеет. Но ничего страшного. Самое смешное, что я еще даже не запускал этот картридж, но надо исправить это. Смотрим следующую игру. И это легендарный файтинг Final Fight от студии Capcom. Я его покупал, по-моему, за 500 или 600 рублей года два назад. Я играл, конечно же, версию Mighty Final Fight на Super Nintendo, хотел сказать. Конечно же, на NES, на Dendy. И она мне очень нравится, одна из моих любимых игр. Проходил просто тонну раз, как в детстве, так и во взрослом возрасте. Игрушка меня порадовала большими крупными спрайтами персонажей, а также бодреньким геймплеем. Но вот есть, конечно, у этой игры и недостатки. Во-первых, нельзя играть вдвоем почему-то, хотя в аркадную версию можно, пожалуйста, играть было вдвоем. А также здесь не очень хорошая музыка. Ну, она вообще никакая. Если вспомнить Final Fight на NES и Famicom, то там отличный был саундтрек, особенно Riverside, композиция прям вообще блеск. В целом, довольно неплохая игрушка, но вот если с моей любимой сравнивать Final Fight на NES и Famicom, то это, конечно же, будет хуже. Следующая игра под номером 3, Tiny Toon Adventures. И с этим картриджем вышел такой неприятный казус. А когда я приобретал эту игруху у продавца на Авито, то там были картинки именно Tiny Toon, то что на прохождение. Я еще когда спросил у продавца, а это кролики на прохождение, он сказал, да, конечно, это как типа на Сеге, там проходишь, компания все есть. Но оказалось, что это набор спортивных игр. И я такой, чё? Я начал гуглить, оказывается, действительно есть вот такая, как вот у меня, со спортивными играми, дурацкая совершенно. Что делать? Буду искать теперь на прохождение классического.
Тини Тюна. Вот. А если сравнивать с сеговским вариантом спортивных игр, там где футбол и баскетбол, то, конечно же, сеговская версия лучше, чем вот этот дурацкий совершенно картридж. Никому не рекомендую в него играть. Картридж под номером 4 Aladdin. Это та самая игра, которую нам показывали в детстве в передаче «Дэнди. Новая реальность» с Сергеем Супоневым. И многие благодаря тем кадрам захотели поиграть именно супер нинтендовского Aladdin'а. И даже многие, я знаю, покупали консоли ради этой игрухи. Впервые с этой игрой я познакомился на «Дэнди» в пиратский хак. И он был, кстати, неплохой, но я его так и не прошел. Но мне очень нравилась игруха. Потом я поиграл в сеговского Aladdin'а и, разумеется, тоже его проходил. Он понравился мне, но почему-то дэндевский вариант мне как-то нравился больше. Когда я уже стал взрослым, на ютубе наткнулся вот на этого Aladdin'а. И я такой, what the fuck, это то же самое, что я играл на дэнди, только здесь графика лучше. Начал гуглить, оказывается, что это оригинальный Aladdin, а не тот, который есть на Dendy. То, что там хак, а вот она настоящая классика-то. Вот надо во что играть. И, конечно же, я тут же ее себе приобрел и с удовольствием прошел раза два, наверное, три. Также еще на стриме у нас есть прохождение. Если кто-то не смотрел, пожалуйста, можете в плейлистах записи стримов найти и пересмотреть. Приобрел я Aladdin'а, по-моему, за 500 или 700 рублей. Ну, что-то в этом диапазоне. Я считаю, нормальная цена за такую замечательную игру. Картридж под номером 5. Final Fight 2. Также от Capcom, и здесь уже можно играть вдвоем, наконец-то. Музыка, правда, такая же дурацкая, как и в первой части. Геймплей стал более динамичным, и игрушка стала меньше лагать. Это большой плюс. Если выбирать между первой и второй частью, то мне, наверное, все же больше нравится именно вторая. Приобрел я этот картридж, по-моему, за 900 или 800 рублей, чему я очень рад. Игрушка под номером 6 Super Mario Trilogy, и это уже ремейк первых частей с более, конечно, красивой графикой. И я играл в первую, вторую, в третью понемножечку я запускал, погонял. Мне очень понравилось, как все перерисовали. Выглядит просто потрясающе. Геймплей остался тем же, как и был на Dendy. В общем, вечная классика. И рекомендую всем владельцам Super Nintendo и Super Famicom приобрести себе такой картридж в коллекцию. Брал я, по-моему, недорого, в районе 900 либо 1000 рублей. Цена нормальная, приемлемая, картридж в идеальном состоянии, чему я очень рад. Как-нибудь соберусь и постримлю с первой по третью часть у себя на канале. Если хотите прохождение по Super Mario с первой по третью часть, пишите комментарии. Следующая игрушка под номером 7, и, кстати, от Hudson Soft. Я очень сильно люблю Hudson Soft, это одна из моих любимых студий-разработчиков. Игрушка под названием Super Soccer 95, японский футбол. Довольно, кстати, неплохая графика в этой игрушке. Я особо в нее не играл, но, может быть, как-нибудь засяду. Досталась и мне эта игруха также по обмену с Александром Правдиным. Надо просто засесть как-нибудь, я не знаю, может, вдвоем погонять. Игруха 95 года. Наклеечка в идеальном состоянии, сам картридж также в хорошем состоянии, не испачкан, прям очень радует. Про игрушку мало чего могу вам рассказать, потому что толком-то и не играл в нее. Игруха под номером 8 Amazing Tennis, и это также по обмену с Саньком. Я не играл еще, не запускал, ничего не могу сказать про нее. По-моему, Саня на канале в рубрике «Ленивый анбоксинг», если я не ошибаюсь, рассказывал, что он запускал, играл, и там очень классная типа графика, геймплей тоже неплохой. Ну, в общем, неплохая такая игрушка, просто надо как-то выделить время, сесть в нее и поиграть. Возможно, я думаю, тут даже вдвоем можно играть, и если можно, то, я думаю, будет очень круто. Картридж в хорошем состоянии, наклейка тоже не подрана, все отлично. Видим, что задняя часть корпуса отличается по цвету, она более светлая.
Игрушка под номером 9 имеет легендарный статус, и она одна из любимых игр моей коллекции. Это Donkey Kong. Игруха 94 года от студии Rare. Rare славятся, конечно же, Battletoads, ну и куда без Donkey Kong. Donkey Kong — это также классика. Приобрел игруху, по-моему, за 600 рублей, если я не ошибаюсь. Она с батарейкой, батарейка рабочая, можно, пожалуйста, сохраняться и потом через какое-то время снова начинать с этого же момента, где и остановился. А я ее проходил, правда, не на картридже, а на стриме на эмуляторе мы с вами вместе проходили в том году, по-моему, или позатом, честно, уже не помню, когда это было. Но на картридже я также хочу потом пройти, потому что эмулятор — это все же не то. Игруха радует отличной графикой, геймплеем и выглядит как будто бы проект с PlayStation 1. Корпус в отличном состоянии, наклеечка не порвана, все в идеале. Очень рад, что в моей коллекции есть Donkey Kong. Брал я ее, по-моему, рублей за 650 или за 700, ну что-то в этом диапазоне. Игруха под номером 10, не менее легендарная, Donkey Kong 2. Брал я ее также, по-моему, рублей за 650, за 700 и, по-моему, у этого же продавца. Я прошел первую часть, а вот до второй-то руки еще и не дошли. И обязательно мы пройдем ее на канале, это я вам гарантирую. Обожаю просто серию Donkey Kong и рад, конечно, что у меня есть вторая часть. Следующая игра под номером 11, Donkey Kong 3. И эту игруху я также у этого продавца заказывал, что и первую, и вторую часть. И также, по-моему, рублей за 650, за 700 она мне вышла, чему я очень рад. Запускал, проверил, все работает, все идеально. Также батарейка рабочая, это очень радует. И обещаю, что как мы пройдем вторую часть, доберемся обязательно и до третьей. Картриджем все хорошо, как вы видите, все на месте, наклейка не содрана и корпус в хорошем виде. Как вы поняли, у меня есть все три части Super Donkey Kong на Super Famicom, и я безумно рад. Следующая игра под номером 12 — Dragon Quest 6, и она также мне досталась по обмену с Саньком. Эту часть я также, как и пятую, еще не запускал, да, вот так. Она у меня стоит на полке, просто радует глаз. Ну что тут сказать, легендарная игрушка, продолжение пятой части. Не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, как она вам, потому что я не пробовал, не играл. Вот на русском бы я бы, может быть, еще побегал, посмотрел хотя бы. А на японском, я считаю, ну, толку запускать все равно нифига ты не поймешь. Игруха в отличном состоянии. Да, пусть я в нее и не играю, но на полке стоит и радует глаза. Игра под номером 13 — Mickey Mania. Это легендарная игрушка, которая выходила также и на первой Соньке, и на Sega Mega Drive. По-моему, даже еще где-то она выходила. Что я могу сказать по ней? Очень сложная, очень красивая. Классная в игре анимация, и вообще, наверное, это, пожалуй, лучший Микки Маус из всех вообще, которые когда-либо выходили на консолях. Пробовал я в нее играть, но не прошел, я где-то до половины доходил. Обязательно на стримчике поиграем, я вам обещаю, потому что Микки Мауса я люблю, а тем более это классный платформер. Картридж и наклейка в хорошем состоянии, ну я в плохом состоянии, ребятки, картриджи не беру себе в коллекцию. Досталась она мне за 700 рублей, и я считаю, что это очень хороший ценник. Также у меня есть классная игра под названием Super Bonk 2. Это яркий красочный платформер от студии-разработчик Hudson Soft, маскот которой является упоротая пчела, как я ее называю, смешная она такая. Косоглазая немного. Игруха про пацана с большой лысой башкой, похожего на Хитмана в детстве только. Хитман Джуниор. Выходила она в 95 году, как гласит надпись на наклейке, и выглядит, надо сказать, мое почтение, очень красочно, здорово, ярко, прям... Приобрел я ее недорого, всего за 500 рублей, и считаю, что это очень хороший и вкусный ценник.
Так что я очень рад, что у меня есть замечательная вот такая вот игрушка от Hudson Soft. И просто, ну, крут, что могу сказать. Далее в моей коллекции есть вот такой вот полный комплект Super Mario World. Это игра 90-го, по-моему, года, одна из ранних игр на Super Famicom. Мы ее проходили вместе с вами на стримах. Кто помнит, тот помнит. Что я еще могу про нее сказать вам? Замечательный, яркий платформер. Для своего времени графика просто потрясающая. Также отличное музыкальное сопровождение в игре. Есть батарейка, так что можно сохранять ваши данные. Смотрим содержимое коробочки. И сразу в глаза бросается яркая цветная брошюрка. Смотрим ее. И с одной стороны это карта с офигительными артами. А с другой стороны просто арты и еще инструкция, как управлять самим, собственно, Марио. И добрались мы до самого главного. Это, конечно же, картридж. Он в хорошем состоянии. Лицевая сторона, я бы сказал, на 5 с плюсом. А вот сзади на 5 с минусом. Есть тут небольшие такие коричневые пятнышки. Но это ничего страшного. Игруха работает отлично. Очень рад, что у меня в коллекции полный комплект этой легендарной, безусловно, игры. Взял я ее недорого за 1000, по-моему, 500 рублей плюс 250 рублей доставка. Я считаю, очень крутая цена. Также у меня есть продолжение Super Mario World под названием Yoshi Island 2. Игруха считается одной из самых красивых и лучших на приставку. Ну что, давайте посмотрим, что внутри. Берем в руки мануал и сразу ощущаем, что он сделан как будто старая такая газета. Очень приятная на ощупь. Он цветной, прикольный. Здесь различные иллюстрации. Вот он картридж состояния на 5 с плюсом. И, пожалуй, это одна из главных жемчужин моей коллекции. Yoshi Island 2, так же как и Super Mario World, имеет внутри себя батарейку. Поэтому весь игровой процесс сохраняется. И я обещаю, что мы ее пройдем на стриме, так как зимой мы начинали, но по какой-то причине что-то пошло не так, и я забросил прохождение. Ребятки, извините, но затащим по-любому. Так как я часто стримлю, мне просто необходим флеш-картридж, и он у меня есть. Вот такой вот замечательный флеш-карик. Здесь сразу 800 игр на борту есть. Также есть флешка на 4 гигабайта. Ну, в общем, у меня есть обзор. Ребят, кто еще не смотрел, сейчас ссылочка появится. Пожалуйста, кликайте, смотрите и приятного просмотра, как говорится. Также такой картридж, только в прозрачном корпусе, есть у моего братухи Льва. Лев, здорово, если смотришь, прям респект тебе и уважуха. Вот, в общем, ребятки, кто еще не купил такой картридж и думает, брать или не брать, конечно, берите. Это вообще необходимая вещь, если у вас есть Super Nintendo, либо Super Famicom. Вот такая небольшая коллекция картриджей имеется у меня на Super Famicom. Конечно же, в будущем я планирую ее расширять как можно больше. Покупать я стараюсь недорогие игры, ну потому что кошелек не позволяет. Но если что-то я там вижу по довольно-таки нормальной цене и в хорошем состоянии, я, конечно же, приобретаю себе. Не знаю, что еще бы такого классного на Super Famicom себе приобрести. Может быть, Макаймуру, может быть, еще что-нибудь. Может быть, даже на Super Nintendo я начну на европейку собирать игры, либо, может, на американку, если я обзаведусь консолью, но это все в будущем. Пока что у меня только Super Famicom, и, в принципе, я сейчас купил не так давно флешкарик, и меня в целом пока что все устраивает. Не знаю, может быть, я захочу там на Новый год, либо чуть позже там себе европейку еще приобрету, либо американку. Но не знаю, посмотрим, как будет дальше. Если вам понравилось это видео, ребят, то поставьте, пожалуйста, большущий лукас. А также подписывайтесь на мой канал, если кто-то по какой-то причине еще не сделал этого. Ну и нажимайте, конечно же, на колокольчик, так вы всегда будете знать, когда выходят мои новые ролики. Всем до новых встреч и смотрите Axel Rage.